Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Oppo A16s. И сейчас я покажу вам, как удалить все настройки данного устройства и вернуть заводские настройки. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Системные настройки». Здесь мы выбираем «Создать резервную копию и перезагрузить». Выбираем «Сбросить настройки телефона» и нажимаем «Удалить все данные». Нажимаем «Удалить данные» и еще раз. И ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.